Знайте, каким он парнем был, тот, кто тропку звездную открыл. Пламень был и гром, замер космодром. Около 3 лет велась реставрация в доме, где когда-то проживала семья Гагариных. Наконец-то все работы завершены, и музей квартиры распахнула свои двери. На первом этаже представлены тренировочные формы космонавтов, их снаряжение, части космического корабля и многое другое. Жемчужины экспозиции – тренировочный скафандр самого Юрия Гагарина, первого в мире космонавта. Хорошо, что ее отремонтировали, возобновили. Музей оформлен очень хорошо, замечательно, мне очень нравится. Замечательно. Музей создан, просто он нужен был для народа, для воспитания, значит, малого поколения, потому что пример этот бесценен. Начиная если с этого вот, с этой комнаты, отличная, то я думаю, дальше еще лучше будет. На втором этаже объекта культурного наследия воссозданы интерьеры комнат, в которых проживала семья космонавта. Восстановлена каждая деталь, даже часы и чайный сервиз, из которого пил Юрий Гагарин. Но родственники космонавта признаются, что воссоздать атмосферу получилось все же не полностью. Вот этот второй этаж, это то, что было, ну, приблизительно, то, что было в то время в квартирах. В современном стиле, но, как я уже сказал, дух прошлого времени рассеивается. Посетить музей-квартиру вы можете со вторника по воскресенье с 10 часов утра до 6 часов вечера. Запись на экскурсию ведется на сайте Музея истории Оренбурга и по телефону. Контакты на ваших экранах. Александр Кацун, Максим Марарь, городской телеканал ЮТВ.